Магадан занял второе место в рейтинге международной активности городов. Калмыцкая столица входит в различные организации, которые объединяют города по разным основаниям. Одна из них – объединенные города и местные власти. Наградить областной центр приехал руководитель этого объединения. У нас сегодня в Магадан прибыл Расих Кадимович Сагитов. Он возглавляет эту организацию уже много лет. В 2017 году мы с вами познакомились здесь, да? Вот. И приехали сюда вот для того, чтобы выполнить почетную миссию. Мы опять где-то победили. Магадан уже побеждал ранее с проектом парка «Маяк». Победили и с Дюкчей. В конкурсе органов местного самоуправления по итогам 2019 года мы тоже одержали победу, отметил Юрий Гришан. И сейчас Магадан награжден за свою международную активность. В ответ на награждение Расиха Сагитова глава областного центра подарил ему памятный сувенир – стеклянный глобус, на котором можно найти Магадан. Расих Сагитов посетил Магадан уже в третий раз. Магадан наградили за призовое место в рейтинге международной активности города. За то, что он активно занимается своей международной деятельностью на муниципальном уровне, за то, что город Магадан, несмотря на то, что находится в суровых условиях, находит возможности для того, чтобы поддерживать свой международный имидж, для того, чтобы поддерживать, как говорится, свою привлекательность не только на федеральном уровне, но и на мировом уровне, благодаря своим побратимским связям, благодаря тому, что туристы приезжают, тем не менее, в город Магадан. Он занял такое второе место в международном рейтинге городов. Ценность в том, что Магадан поднялся именно по тем позициям, которые зависят от руководства города. Например, Екатеринбург поднимается в рейтингах не только потому, что там хорошо работает администрация. Там есть консульство, аэропорт, университеты. Поэтому в этом городе идет большой поток людей. По другим городам было труднее оценить работу муниципалитета, отметил Расих Сагитов. Магадан же получил приз за то, что именно работа его муниципальной власти демонстрирует высокий уровень. И уже не в первый раз он получает второе место среди городов численностью населения от 20 до 100 тысяч человек. Победителем в рейтинге международной активности городов стал город Бишкек, столица Киргизии.